Добрый вечер, уважаемые коллеги, рад вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, если меня видно и слышно, чтобы вы понимали, что мы видим, слышим друг друга, и можем начинать сегодняшнюю нашу с вами интересную встречу. Я пока расскажу о том, о чем мы уже сегодня с вами поговорим. Так, нет, не расскажу, потому что сразу коллеги пишут. Донецк, отлично, я с удовольствием зачитаю с нами. Так, повторяем пройденный материал в интересной форме при помощи электронных учебников по английскому языку. Екатеринбург тоже с нами, добрый вечер. Так, кто еще? Так, поздравляю всех с окончанием учебного года, Гая Оренбургской области. Татьяна Анатольевна, мы к вам присоединяемся, я вот лично точно. Всех поздравляю с окончанием этого сезона, этого учебного года. Набирайтесь за лето сил. Челябинск с нами, так. Вижу, что коллеги, три человека меня точно видят и слышат, как остальные, сейчас 41. Нижний Новгород тоже с нами, Елена, отлично. Волгоград. Смелее пишите, мы сегодня будем общаться, это не просто лекция, где лектор что-то там говорит, вы все варите чаи или пьете кофе, нет, мы работаем с вами интерактивно. Хабаровск. Так. Ну, еще, я думаю, пару коллег. Так, еще не началось, у меня заставка. Так, я думаю, что сейчас мои коллеги отпишутся, что все же началось, и надо все-таки перезагрузить браузер, потому что как раз все началось. Вот именно для этого мы и проверяем связь. Видите, вот коллеги видят, что какое-то движение пошло, и сразу же начинать предпринимать действия для того, чтобы все-таки все пошло. Так, ну что же, давайте начнем. У меня будет несколько вопросов к вам, для того, чтобы мы понимали, о чем мы сегодня будем говорить и, собственно говоря, какие проблемы перед нами стоят. Сложно ли вам проводить уроки, направленные на повторение пройденного материала? Насколько мотивированы ваши учащиеся в мае? Какой у них уровень общей утомленности в мае? Почему именно в мае? Потому что он только-только заканчивается, все еще свежо в памяти. Очень хочется проанализировать, сделать выводы и подумать, как в следующем году поступить так, чтобы эффективность работы в мае повысилась. Именно так и строится, в принципе, такая гуманитарная, скажем так, аналитика, да, когда мы анализируем то, что произошло, и стараемся сделать лучше. Так, очень надеюсь на ваши ответы, присоединяйтесь, все те, кто еще не писал, там есть у вас замечательная кнопка над лектором чат, жмите, пишите, собственно говоря, как и раньше, на новой площадке точно так же, и, собственно говоря, мы с удовольствием с вами обсудим все наши с вами вопросы. Итак, учащиеся хотят каникул в мае, да, есть такая проблема. Немотивированные дети и учителя, абсолютно верно. Я как вспомнил, всегда когда работал в мае, но абсолютно никаких сил нет. Утром встаешь намного легче, но вот работать сил и настроения нет. Хочется за город, хочется купаться в лучах солнца, получать витамин D, а не витамин ОР. Так, еще ответы. Коллеги, присоединяйтесь совершенно смело. Утром были очень интересные, я вам скажу, ответы. Так, вот кто-то только присоединяется. Давайте хотя бы еще 2-3 человека. Я думаю, мы спокойно с вами сможем ответить. Я абсолютно уверен, что просто слушать лектора намного утомительнее, чем работать вот в таком интерактивном режиме. Плюс, опять-таки, с моей стороны я проверяю, может быть, тема сформулирована неправильно, нужно срочно как-то ее переформатировать, может быть, она не столь актуальна, как мне кажется. Вот. Именно для этого и придуманы эти вопросы. Так. Часто бывает в ходе вебинаров, именно так и сдвигается фокус на какую-то более важную проблему. Именно высокая степень утомленности, пишет Татьяна, особенно у выпускников 9-х и 11-х классов, и мешает поддержанию мотивации. Учителям очень сложно чем-либо заинтересовать. Да, абсолютно согласен, есть такая проблема, причем подчас она и даже не только в 9-х и 11-х классах.
Прекрасно помню еще свои далекие школьные годы, когда 10 класс это совершенно, по-моему, весь год мимо проходит, потому что происходит, что нового материала мало, в основном одно повторение, никаких экзаменов. И у многих других, я думаю, также. Так, повторить пройденное не хотят, хотят отдыхать. Вот Татьяна Кошман пишет, для некоторых повторение пройденного представляет собой изучение заново. Такая тоже проблема есть, причем они все равно будут говорить, что они все это знают, что они все это умеют. Поэтому, конечно же, да, такая проблема тоже присутствует. Ну, повторять обычно никто ничего не хочет. Всем кажется, что вот если это не повторить, то учитель, скажем так, поставит кино, и вы просто мирно проведете этот учебный час времени. Но на самом деле все немножко не так. Ну так, хорошо. Значит, проблема сформулирована у нас с вами правильно. Так, вот Татьяна еще пишет. Выпускники уже расставили приоритеты, готовятся к экзаменам. То есть, что сдаю, то и буду учить. Остальные предметы по остаточному принципу. Ну, выпускников понять можно, особенно 11 классов. Честно говоря, но это по английскому языку, это не все, все равно не все учащиеся, это, скажем так, человек 5-6 обычно в России идут именно по такому пути. Давайте посмотрим. Когда компетенции повторения? Повторить материал при помощи возможности ИКТ для учащихся психологически комфортнее. Возможности ИКТ могут придать динамику занятиям на повторение. Потому что повторять, если особенно примерно те же самые упражнения в той же самой форме, учащимся, ну, очень тяжело. Мы это с вами только что хорошо выяснили. Но когда же они видят что-то в формате обучающих компьютерных программ или электронных учебников или любого другого интерактива, то, конечно же, для них информация проходит намного проще и легче. Вот Надежда пишет, повторение остается повторением даже с ИКТ. Не соглашусь с вами, потому что проверял лично на практике, например, на третьем классе, когда мы тот же самый материал, те же самые упражнения, идут именно намного легче в формате повторений, когда они в электронном виде. То есть даже так. Так, я надеюсь, коллеги сейчас подскажут то, что как справиться со звуком, что нужно просто перезагрузить еще раз эту ссылку. Ну, к сожалению, иногда проблемы бывают. Это зависит и от интернета у вас. С нашей стороны проблем сегодня, как я вижу, нет. Так что вот как-то так. Так. ИКТ компетенция – важный аспект в ГОСТ, на который нам часто не хватает времени во время уроков. Почему так? Вот, эти, в наше время дети визуалы, игроки, ИКТ в данном случае выход. Да, действительно так. Абсолютно согласен. Почему важно, и почему я здесь заговорил о ГОСТ? ГОСТ – то, что мы с вами должны к чему стремиться, что мы должны выполнять. И во время учебного года не всегда хватает достаточно времени для того, чтобы это сделать. И именно сейчас самое время применить то, на что не хватало времени, и поэтому, собственно говоря, и мы вспомнили про ВГОС. Давайте посмотрим, что нам говорит ВГОС для начальной школы, например. Так, например, в метапредметных результатах мы с вами видим активное использование средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач, использование различных способов поиска в сети, интернет, сбора информации в соответствии с познавательными задачами, умение вводить текст с помощью клавиатуры, умение готовить свое выступление, выступать с аудио-видеографическим сопровождением, соблюдение норм информационной избирательности и этики. Вот Оксана пишет, да, действительно, мы забыли про эту проблему, что очень многие уже сдали учебники в библиотеку, и тема курса пройдена, и наступает тупик. Да, действительно, бывает такое, что учебники не сданы, а тупик уже наступил. А плюс учащиеся действительно абсолютно согласен, хотят что-то новое. И тут нам опять-таки электронные учебники и обучающие компьютерные программы могут прийти на помощь для того, чтобы все не ограничивалось кино на английском языке. Ну что же, у меня заготовлен ряд слайдов, но они, скажем так, запасные, потому что я хочу вам показать
все наглядно, интерактивно на примерах. Поэтому давайте перейдем к обучающим компьютерным программам и потом снова вернемся ненадолго к презентации. И, собственно говоря, как и утром, уже по опыту утра, уверен, что в течение часа мы с вами нашу встречу проведем. Специально старался сделать так, чтобы ложиться в час, поскольку, конечно же, и мы уже с вами уставшие, и май, поэтому хочется, чтобы просто было высокое КПД у этого часа, но времени, чтобы отнимало это у вас не так много. И начнем мы с вами с интерактивных плакатов happyenglish.ru. Здесь мы посмотрим несколько интересных заданий, приемов, которые помогут нам с вами для начальной школы, это 2-4 класс. Так, Новочеркасск, смотрю, с нами. Также поздравляют с окончанием учебного года. Да, конечно же, всех с окончанием учебного года. Все, этот сезон закончился. Остались только экзамены. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, что хотелось бы вам здесь показать. Конечно же, сейчас вернусь немножко назад. Хочется показать раздел грамматики, где мы, например, можем повторить, как употребляется глагол can с различными местоимениями. Как произносится, соответственно, все это? Can't you see? Сейчас какой-нибудь другой включу. They cannot see. Can you ride a bike? Вот, пожалуйста, все варианты, все это у нас есть. Учащиеся, соответственно, все это могут увидеть. Так, давайте теперь посмотрим раздел Vocabulary. Так, United Kingdom. Например, раздел Sites of London. Очень хорошо показано, очень реалистично. Действительно, как там и есть. Вот, я еще пока со свежими впечатлениями удалось мне все-таки побывать впервые в жизни в Лондоне. Поэтому, поверьте, картинки очень сильно соответствуют тому, как это есть на самом деле. Что мы здесь можем сделать? Мы можем, например, дать возможность угадать, что же изображено. Мы можем дать им возможность произнести правильно словосочетание той или иной достопримечательности. Или же можем предложить им записать со слуха. London Zoo. Ну и еще много вариантов. Я думаю, что вы также уже придумали в виде такую форму работы. The London Eye. Так, сейчас еще какой-нибудь включим. Cabin. Вот, пожалуйста, соответственно, все это у нас с вами есть. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Что еще интересного мы можем увидеть? Так, например, в разделе «Алфавит» у нас есть очень нравящееся учащимся упражнение. Это поезд, да, алфавитный. Давайте на простом уровне посмотрим и попробуем решить эту задачу. Сейчас буквы рассыпятся и, соответственно, нужно будет их восстановить в правильном порядке. Если вы не против, давайте попробуем. Называйте по порядку буквы, какие должны быть поставлены, скажем так, будет такое у нас с вами разминочное упражнение. Часть упражнения мы с вами будем выполнять вместе. Ради поддержания интереса и вот этого прочувствования того, что в мае действительно весна взрослых людей после работы вечером может порадовать, то и учащихся, соответственно, конечно же, тоже. Так, вот Алена Евгеньевна уже ответила первую букву. Так, дальше H. Так, вот сразу дают ответ. Так, G-H-I-K-Q. Так, вот так и сделаем. Если все верно, то загорится зеленый свет, поезд уедет. Если неверно, не загорится зеленый свет, и поезд не уедет. Да, абсолютно верно. Вы правильно угадали. Спасибо большое. Также
Давайте работать дальше. Есть уровень не тяжелый. Смотрите, какой поезд. Мы решать не будем. Просто покажу, насколько он уже будет большой. Думаю, треть алфавита точно выехала. Я думаю, учителям, ученикам, конечно же, такие задания понравятся. Если вы не согласны, напишите минус. Если согласны, напишите плюс. А мы же с вами пойдем дальше. Нас в данный момент интересует, сейчас скажу, мили для второго класса. Вот, Надежда пишет, очень особенно маленьким. Да, но в первую очередь постер рассчитан на второй класс и в меньшей степени уже на третий, четвертый. Так, рад, что вы согласны. Пойдем мы с вами по логике от самых маленьких к старшим, поэтому, конечно же, сейчас будет у нас с вами второй класс. Это вот отличное повторение алфавита, согласен полностью. Ой, Татьяна задала самый замечательный вопрос, который можно услышать. Он очевидный, но на него и очевидный ответ. Значит, Татьяна пишет, очевидный эффект, но как происходит контроль и оценивание? А в мае, уже особенно во второй половине, говорить о контроле крайне сложно. Оценивайте работу в целом на уроке, не концентрируйте внимание на контроле ради того, чтобы поставить оценку, для этого было очень много времени. То есть последние две с половиной недели мая, когда уже сданы итоговые контрольные работы, говорить о оценивании не имеет в первую очередь не имеет никакого смысла. То есть оценивание у нас с вами уходит на второй или даже третий план. Да и как, на мой взгляд, и в принципе после майских праздников вот во все это вот время. Так. Ну что ж, давайте перейдем ко второму классу Мили. Это обучающая компьютерная программа. Здесь мы рассмотрим с вами, сейчас одну секунду, 10 юнит, да, значит, урок первый для начала. И нас интересует, так, не это, а пятое задание. Здесь нам нужно вычеркнуть одно лишнее слово. Мы такие упражнения сделаем с вами. Сейчас я просто наобум сделаю, покажу, что же будет, если сделать методом, как учащийся называет, научного тыка. Давайте проверим. Да, соответственно, вот, пожалуйста, упражнение будет выполнено неверно. Да, абсолютно верно, Алена Гимми пишет, в учебных программах есть журнал выполнения, в нем можно смотреть, сколько времени потратил ученик на задание, какие именно задания выполнял. Да, это относится ко всем программам, кроме вот первой, которую я показал. В постерах, конечно же, нет журнала оценивания. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. У нас с вами по плану урок 6 и, соответственно, упражнение 2. Да, нам нужно поставить слова в алфавитном порядке. Соответственно, да, вот правильно. Сейчас попробуем, как это все работает. Ага, да, вот так. Давайте попробуем, да, выполним. Первое слово будет dream. А от dream куда мы должны пойти? Называйте, коллеги. Если видите, что несколько ответов правильных уже есть, то сразу думайте над третьим словом. Значит, первое будет слово dream, мы его обозначим. Так, то есть от cow, да, первое слово у нас точнее cow. От cow до dream. Да что ж такое, сейчас одну секунду. Так, а потом fishing rod, сейчас, секунду. Потом мы с вами идем к хост, к привидению. Куда дальше? Коллеги, не стесняйтесь. Хей. Отлично. Угу. Дальше присоединяйтесь к Татьяне, Алене Евгении.
Kitten. Так, отлично. А, так, Kitten, сейчас увижу. А, вижу, все отлично. Вот такая у нас интересная паутинка получится. Дальше будет папе. Мин пишет, у меня есть диски с 5 по 9 класс, но диск для 9 класса не открывается, очень жаль. Напишите, пожалуйста, в support@englishteachers.ru. Вам с удовольствием подскажут. Поддержат, там на диске есть адрес, также этот адрес можно найти у нас в интернет-магазине. Значит, от папи к Рива, потом к Ху, вижу. Так, да, вот, прошу прощения, support@kung-fu.edu. И, собственно говоря, у нас осталось два слова. Или же я что-то неправильно соединю. Да, я вот... А, нет, нет, все правильно. Нет, 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 все. Давайте проверяться. В начальной школе, если мы молодцы, то, соответственно, вот идет такой у нас с вами познавательный ролик. И это говорит о том, что мы все выполнили правильно. Собственно говоря, спасибо всем тем, кто принял участие. Хорошо, ну что же, мы с вами закончили, я думаю, с Милли для второго класса. Сейчас я его сразу закрою. И пойдем с вами дальше уже в happyenglish.ru, третий класс. Сейчас, одну секунду. Я его открою. Так. А здесь нас с вами интересует в обучающей компьютерной программе happyenglish.ru для третьего класса, юнит 4, да, поскольку он как раз последний в учебном году, и урок 68, да, вот он, пожалуйста, тоже у нас открыт, упражнение 1 и упражнение 2. Упражнение 1 нам нужно соединить слова вместе. Я сделаю это методом научного тыка, чтобы мы не тратили очень много времени. Просто показать, как оно работает. Таких упражнений просто огромное количество во всех наших обучающих компьютерных программах. Они очень полезны, очень нравятся учащимся. И еще нас с вами интересует здесь урок 66-67. И упражнение 3. Давайте с вами посмотрим. Здесь уже сложнее. Нам нужно соединить ответы с вопросами, передвигая, собственно говоря, ответы. Давайте опять-таки сделаем методом научного тыка, поскольку это упражнение выполнять в дистанционном режиме немножко сложно. Проверим, да? Ну вот один случайно совпал, к сожалению, остальное нет. То есть вот такие упражнения можно для повторения, причем заметьте, они разного уровня сложности, какие-то более интерактивные, простые, какие-то интерактивные, но с высоким уровнем сложности, в данном случае для третьего класса. Поэтому, конечно же, все это должно очень хорошо сработать для наших с вами учащихся, и в таком формате они будут воспринимать эти упражнения как какую-то каторгу. Или что-то еще в этом духе. А есть ли такие программы к учебнику Комаровой? Мне достоверно неизвестно. Мы этот учебник не издаем. Но наши с вами обучающие компьютерные программы составлены по примерной программе, и вы можете их использовать с любым учебником, который также составлен по примерной программе. Тут поэтому никаких проблем нет. Берите темы все обозначены, подбирайте нужную вам тему. И используйте. Ну что ж, мы с вами пойдем дальше. Мы теперь увидим happyenglish.ru для 5 класса. Сейчас, одну секунду. Так, вот она. Здесь нас с вами интересует упражнение 2 в 5 юните. Да, вот мы, пожалуйста. Вот, кстати, результаты. Можно посмотреть. Сейчас. Да, вот, ну, у пользователя Quick не очень большие результаты, потому что он к учебе подходит нехорошо, а выполняет не все. Сейчас.
Да, вот где выполняет, вот сегодня мы делали, соответственно, вот, пожалуйста, результаты есть. Да, все присутствует, то есть можно этим пользоваться. Так, давайте теперь посмотрим все-таки на Unit 5, упражнение 2, в разделе Practice. Сейчас. Очень нравится всем это упражнение, думаю, в конце учебного года пойдет на ура, давайте попробуем. Значит, здесь нужно что-то похожее на поле чудес. Здесь нужно угадывать буквы. Если количество ходов еще есть, то мы можем угадывать дальше. Если нет, а слово еще не отгадано, то мы, соответственно, проигрываем. Давайте с вами попробуем. Называйте мне любую букву, которая, как вы думаете, может быть здесь. Да, сначала хотя бы несколько букв надо все-таки отгадать. Такое хорошее игровое интерактивное упражнение на лексику. Ну, давайте попробуем T. Да, поскольку этой буквы нет, она улетела. Вижу O предложили. Тоже нет. C. Тоже нет. Q. Q, потом A. A, я думаю, будет. Да, потому что очень частая буква. Если все верно, соответственно, червячок не падает, а улетает, например, бабочкой. И. Да, тоже верно. Какие еще буквы предложим? Если кто-то отгадывает слово, то тоже пишите, не стесняйтесь. Так, О. А мы ее разве не брали? По-моему, брали. Не вижу, чтобы была. Л. Увы. Д. А Д была целых два раза. Так. Д использовали. Предлагайте еще. С. По-моему, самая популярная буква английского алфавита после A. K. Увы. У нас остался последний червячок. Мы не отгадаем, что же за слово, скорее всего. Но хотя бы попробуем. Так, предлагает F. Давайте посмотрим на правильный ответ. Wednesday. Вот что за слово было загазано. Ну что ж, давайте попробуем еще. Я смотрю, вам понравилось это упражнение. Еще одно слово. Также предлагаем заново буквы. Если кто-то уже сориентировался и может отгадать слово, то, соответственно, дерзайте. Так, предлагает букву И. Абсолютно верно. Д. Увы. С. Тоже нет. A. Верно. P. Тоже верно. Так, вижу, V было. Увы. Так, P, T, T, L. Нет. А, L, да. Так, я думаю, что можно попробовать даже отгадать слово. Explain, да? Давайте попробуем очень много. Так. И. Так, 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 так. Сейчас, одну секундочку. А где T? А. Да, мы с вами уложились в ходы и отгадали слово. Мы с вами молодцы. Ну что же, я думаю, что мы пойдем дальше, но я уверен, что вот это упражнение из УКП для 5 класса happyenglish.ru вас порадовало. И, собственно говоря, вы прочувствовали, что и ученикам оно может понравиться и может быть полезным для привлечения их внимания и концентрации на занятии. Мы с вами пойдем немножко дальше. Я предлагаю вам сейчас обратить внимание на Unit 9. И упражнение 8. Давайте посмотрим. Здесь нам предлагается опять-таки соединить слова. Как я говорил, таких упражнений много. С вашего позволения я просто
как-нибудь соединю, соответственно, эти стрелочки и, собственно говоря, проверим, что же получилось. Да, видите, ну вот, соответственно, одно совпадение, здесь надо соединить в рифму, одно совпадение есть, больше совпадений нет. Так, говорили вы про контроль и оценивание. Например, у нас с вами есть здесь тестовое задание, и давайте посмотрим на примере 9 юнита. Что нам предлагается? Вот, например, такое упражнение, где нам нужно в слова, это упражнение на лексику. Сейчас, одну секундочку. Соответственно, мы увидим и понимание текста, и знание лексики. Ну, возможно, также узнаем умение, развитые навыки компенсаторные, когда они все-таки умудряются узнать ответ у одноклассников тем или иным способом. Но факт, что мы все это узнаем. Я сейчас также методом научного тыка быстро расставлю. Сейчас. Проверяем. А, ну вот, пожалуйста, два слова совпало, остальное нет. Ну что же, зато мы увидели, как это все работает, это для нас сейчас самое важное. Пойдемте с вами теперь посмотрим на четвертое упражнение. Здесь предлагается выбрать правильный вариант ответа. Вот это я предлагаю выполнить нам с вами вместе, это квиз. Достаточно простое, самое главное, здесь можно написать номер вопроса и вариант ответа. Что я вам, собственно говоря, и предлагаю. Будем засчитывать по первым ответившим. Поэтому дерзайте, если что-то будет не так, не переживайте. Берите себе вопрос любой сверху донизу и так, пишите только номер вопроса, а то мы быстро запутаемся. Первый B. Как скажете, коллеги, напишите номер вопроса и потом букву, можно без точек, без всего. 2A, потому что иначе очень сложно ориентироваться. Так, 2A, ну мы уже выбрали, берите любой вопрос, не обязательно по порядку. Написали цифру 8 и вариант ответа, например. Так, 3C, давайте. Кто-то считает, что Дино... Светлана Флюстикова была первая. 7B. Отлично. Вот так вот намного проще и лучше. Так. Ну, я думаю, что сейчас на еще на 4, 5, 6 и 8 кто-нибудь вспомнит ответы. Так, 4C. 6 Ди. Так, мнения по поводу четвертого разделились, но я обещал засчитывать первый вариант ответа. И осталось еще два, нет, да, два вопроса. Восьмой, пятый Ди. И остался один вопрос, теперь уже точно восьмой. Если не можем ответить, через... секунд 15, просто наугад включу любую. Так. Ну что ж, давайте я просто так выберу вариант A, да, и проверим. Да, ну, были правы, кто думал по-другому в варианте, в третьем вопросе. И, собственно говоря, кто в восьмом, наверное, подумал, что правильный ответ это вариант B. Ну что же, мы с вами молодцы. Вот такие квизы можно делать, их можно очень легко оценивать. Соответственно, все это можно использовать. Вот хороший вопрос. Прошу прощения, какие технические требования есть? Если я правильно понял, необходим как минимум доступ каждого ученика к одному компьютеру, что еще? Не обязательно. Я работал, например, в вариантах таких, когда ученики приходили и у меня на компьютере отвечали, а другие учащиеся видели все через проектор на доске.
Или же они выходили, я работал в классе с интерактивной доской и уже нажимали, соответственно, на саму интерактивную доску. Все делали на ней, а не на моем компьютере. То есть можно индивидуально кого-то вызывать, но это не в конце, скажем так, года. То есть можно работать и все вместе. Если есть возможность работать в классе и установить на каждый компьютер по программе, соответственно, программу придется купить по количеству компьютеров, то, соответственно, это вообще самый замечательный вариант, и почему бы его не использовать, если это возможно. Так, ну что же, пойдем с вами дальше. Теперь нас интересует... А, какие еще технические требования? Windows... спокойно оно работает до восьмерки включительно точно. На 10 Windows, честно говоря, еще не пробовал, не знаю. Но я думаю, что тоже нормально будет работать. Вот мне пишет, я работаю с интерактивной доской. И, соответственно, один лицензионный ключ на один компьютер. Это работает именно так. Ну что же, пойдемте с вами дальше. И, как я и обещал, будем идти все выше и выше по ступеням образования. И дошли мы до 8 класса. New Millennium English учебник. Так, у нас нет интерактивной доски, не предвидится. А проектор есть? Потому что, честно говоря, я работал и без интерактивной доски, и с интерактивной доской. Ну, честно, не удивило меня ничем. Вот, и, скажем так, не особо она лучше, чем просто проектор. Просто можно водить прямо по ней. Все, одна большая мышка. Никаких других там замечательных возможностей я в ней не увидел. Если есть только компьютер, то можно сделать вот какие вещи. Так. Да, во-первых, можно посмотреть вебинар Митюгина, Татьяна Геннадьевна, который также в Брянской области, в деревне, работает именно с компьютером. Можно и с компьютером поработать, да, допустим, сделать круг, чтобы учащиеся видели, просто экранчик побольше. Может быть, как дополнительный экран поставить. Вот здесь тоже с двумя экранами работаю, очень удобно. А можно, например, по поводу... Так, проектора. Сейчас я не знаю, как финансово, но уже скоро, вот совсем чуть-чуть, я думаю, китайцы порадуют нас и будут достаточно недорогие такие маленькие компактные проекторы размером с переносную колоночку, где-то вот такого вот размера. Вот, и, собственно говоря, я думаю, проблема будет решена. Так. Да, ну я абсолютно согласен с Алексеем Васильевичем и с его комментарием. Да, в этом случае возможна и групповая, и индивидуальная работа. Все возможно, то есть было бы желание. Я когда работал в колледже, работал с одним компьютером, у меня группа была порядка 12 человек, это был мой ноутбук с диагональю 17 дюймов, ничего, мы справлялись совершенно спокойно и без каких-либо проблем. Ну что же, давайте посмотрим New Millennium English для 8 класса. Здесь нас интересует 10 юнит и какие упражнения как. Да? Вот несколько упражнений, которые мы с вами хотели бы посмотреть. Это упражнение 2. Здесь нужно выбрать правильный вариант ответа. Я чуть-чуть для ускорения просто наугад все сделаю, чтобы показать, как это все работает. Вот, пожалуйста, да, можно нажать Help, здесь будет, если непонятно задание, то, соответственно, можно будет понять, что же планировалось. Так, смотрим дальше. Дальше нас интересует упражнение 8. Здесь, в данном случае, нужно уже вставить слова, причем они могут и повторяться, да, до бесконечности. Да, видите, я вот и down, и out повторил, и так далее. Да, ну вот видите, всего два попадания, хотя я даже в тексте смотрел, потому что хотелось просто показать, как это работает.
И еще я хотел вам показать, здесь 10-е упражнение. Здесь нам нужно вычеркнуть лишнее слово. Давайте попробуем выполнить вместе. Здесь очень просто, можете сразу называть слово, потому что они не повторяются из строчки в строчку. Соответственно, и мне будет легко сориентироваться, какое слово хотим мы зачеркнуть. И по строчкам тоже будет легко. Так, вот вижу фот, предлагаю зачеркнуть. Выделили его. Можно брать не по порядку, без каких-либо проблем. Так, married, вычеркнул. Отлично, все согласны друг с другом. Дальше давайте посмотрим. Берите сверху, снизу, из любых три, by, вычеркиваю. Right, вычеркнул. И последнее осталось. Так, па. Ну что ж, давайте проверим. Да, все абсолютно верно, мы с вами молодцы. И опять-таки хочу обратить ваше внимание, если у вас, у старших людей, достаточно легко привлечь упражнениями из обучающих компьютерных программ, то, я думаю, учеников 8 класса никаких проблем также привлечь у вас уже не составит, они с удовольствием повторят материал при помощи таких и им подобных упражнений, которые я сегодня показал. Сейчас мы с вами пойдем дальше, и нас интересует happyenglish.ru для 9 класса. Здесь мы с вами хотим посмотреть в Unity 6 упражнение 13 и 14. Давайте начнем с 13. Вот, пожалуйста, сложное такое упражнение, где нам нужно расставить правильно слова, фразы в диалоге. Очень хорошо помогает продолжить развивать навыки понимания текста, логики текста. Можем увидеть, насколько понимает он хотя бы общий смысл. Да, и методом случайного тыка, видите, только одну фразу я правильно поставил. Переводить, соответственно, ничего дословно не надо. Для того, чтобы выполнить это упражнение, нужно просто ориентироваться в тексте. Давайте посмотрим на 14 упражнение. В данном случае тоже нужно расставить фразу, но здесь ими уже нужно заполнить пропуски. Опять-таки, поскольку немножко мелковато, я сделаю методом случайного тыка, чтобы просто показать, как это все работает. Вот, соответственно, расставили мы фразы, считаем, что все просто замечательно. И видим, соответственно, результат. Да, но если бы учащийся подумал, посмотрел, я думаю, что спокойно бы в 9 классе он справился с этим заданием. И опять-таки повторение бы прошло и очень успешно. Также здесь есть разделы Test Yourself, где мы можем, например, обратить внимание на первое и пятое задание. Опять-таки нужно вставлять слова. Вот, пожалуйста, каким-то образом они вставляются. Точно так же он будет подсвечиваться синим или красным, если будет выполнено частично верно и частично правильно. Пятое упражнение, давайте тоже посмотрим. Здесь нужно расставить слова правильно, в правильном порядке в предложении. Очень хорошее задание на умение правильно строить предложение. Начинать нужно всегда с if, да, то есть нам об этом говорят. Также предлагает верно заполнить запятые. Все это для нас, собственно говоря, важно. Очень хорошее, полезное задание, которое поможет справиться нашим с вами учащимся. Да, ну вот, соответственно, сколько я его внимательно и некачественно выполнял, вот он и результат. Так, и давайте теперь перейдем уже к самым старшим. Это 10-11 класс в первую очередь. И частично 9 классы, это будет English for Adults, да, курс, который помогает нам, с одной стороны, это, кстати, у нас первая часть, да, вот мы видим, что для взрослых это будет курсом молодого бойца, да, с самого начала и до достаточно свободного, уверенного английского языка мы можем дойти. Для школьников это может быть хорошим курсом для повторения тех или иных тем, для того, чтобы быстро наверстать упущенные. И
первой части нас интересует страница 196. Вот, пожалуйста, она. Где мы видим, что есть большое количество упражнений на аудирование. Тоже очень хорошо и полезно, плюс удобно воспроизводить. Качество записи очень хорошее. Начитаны они носителями английского языка. Давайте я, например, вам включу рифмовку из упражнения 2. Единственное, что у вас звук пойдет через колонки, потом микрофон, а потом ваши колонки, поэтому качество немножко будет ниже. Но произношение, как вы понимаете, ни в коем случае не пострадает. Exercise 2. Practice the rhyme. Early to bed and early to rise makes you healthy, wealthy and wise. Eat with pleasure, drink with measure, work a lot and rest at leisure. Be as busy as a bee. This is life. Do you agree? Пожалуйста, можно разучить такую рифмовку, можно повторить на ней пройденный материал по данной теме. Можно поработать, собственно говоря, можно повторить грамматику. Да, здесь легко все переходится на грамматический справочник сразу же, где это необходимо в тексте. И также, конечно же, мы можем поработать и с интерактивными упражнениями, где нужно расставить в нужные места слова, например. Да, вот опять-таки, поскольку слов очень много. Задание достаточно сложное. Я просто расставлю, покажу вам, что здесь все так же это все работает. Буквально одну секунду. Так. Вы не видите. Сейчас, одну секунду. Сейчас, видимо. Так. А сейчас, видите? Вот, отлично. Супер. К сожалению, иногда такое бывает, но, по-моему, в данном случае я нагрешил. Вот, поскольку здесь технически есть свои особенности. Очень хорошо, что написали. Ну, тем временем вы ничего не потеряли. Я вот пока расставляю слова в этом упражнении, где также нужно вставить слова в нужные места. Я их ставлю не в нужные места. Да, вот, пожалуйста, результат. Соответственно, очень хорошее валидное упражнение, методом тыка его выполнить нельзя. И, например, вот такое упражнение, где нам нужно впечатать уже, да, что-то необходимое на английском языке. Он на русском языке не дает, на английском, вот, пожалуйста, впечатывай сколько угодно. То есть с этим всем тоже мы можем очень интересно поработать. И хочу я вам тут... Так, а остальное я покажу... На примере следующего учебника есть тесты. Вот, пожалуйста, тест в такой интересной форме. И также нужно что-то соединить, либо вычеркнуть лишнее слово. То есть все это тут тоже присутствует. Либо подчеркнуть правильный вариант. Да, но в данном случае в интерактивной форме нужно будет выбрать правильный вариант. Правильный предлог. Давайте посмотрим на English for Adults, часть вторую. Она уже, конечно же, намного сложнее. Сейчас, одну секунду. Я эту сразу закрою, чтобы не мешало. А мы с вами посмотрим на часть вторую. Сейчас ее включу. Да, вот она. Так же, как и в первой части, во второй части есть языковые игры. И вот они сейчас перед нами. Это, например, Set the Table. Очень интересная игра, я ее в это время выполняю неправильно, честно вам скажу, потому что тут нужно очень точно выполнять инструкции. Так, вот видите, пожалуйста, выполнил неправильно, потому что задумался. Да, вот, сейчас все будет, соответственно... И так далее. Да? Можно поиграть в нее, можно поиграть в Apply the Visa. Тоже очень полезная игра, которая помогает нам научиться заполнять различные анкеты. То, с чем плохо справляются наши с вами
учащиеся, соответственно, мы также можем выполнить все это заполнить. Еще одна интересная игра, которая мне нравится, это Word Tetris, где мы должны подобирать правильную пару. Если все верно, то, соответственно, нам засчитывается очко. Если неверно, то мы получаем 0 баллов. Так. Ну, если неправильно, то будет вот так. Сейчас увижу. Сейчас, одну секунду. Так, пока нет. Вот это точно будет правильно. А видите, если правильно, то мы получаем очко из 2 очка, и все у нас исчезает. Вот опять будет сейчас правильно. Итак, играем, пока, собственно говоря, не и проиграем. То есть со всем этим можно вот так вот интересно работать. Вот сейчас еще одну выполним. Очень такая хорошая, интересная игра. Я думаю, старшеклассники, да и с 8 где-то класса с удовольствием в нее поиграют, все слова знакомые, никаких проблем у них не будет. Вот, собственно говоря, так, нет, мы еще хотим здесь посмотреть на урок 7 и 8. Да? Вот у нас оглавление, сразу перейдем. Можем разобрать, например, тему бизнеса. Опять-таки у нас есть большое количество аудиозаписи, которые очень легко включать. Все они у нас под рукой, мы можем повторить слова, как речевую разминку, например, при помощи упражнения 4. Exercise 4. Explain the reading rules and practice reading the words. Action, auction, bank, bunker, lend, land, loan, loan, long, price, prize, chip. И так далее. То есть, ну вот качество вы видели, я думаю, что все это вам будет удобно и подойдет. И опять-таки у нас есть упражнение, где мы должны, например, вычеркнуть лишнее слово. И, соответственно, точно так же, как и раньше, у нас будет ответ. Или же, например, прослушать интервью и вписать правильного лектора, да, да. Да, значит, соединить говорившего с тем, что он говорил. То есть можем выполнить вот такое упражнение. Все это у нас с вами здесь присутствует. Ну что ж, давайте посмотрим на последний электронный учебник, который сегодня я хотел бы показать. Это будет Business English for Young Adults. Да, английский для молодежи. Сейчас, одну секунду. Да, это он у нас. Да. Очень много тем, но мы сегодня в нем есть. Но мы сегодня с вами рассмотрим страницу 96. Это можно, например, вот так переходить, чем мне нравятся электронные учебники. Буквально в один клик. Сейчас. И мы уже в нужном месте. Так, что-то у меня не слушается. Сейчас, одну секунду. Так, ну, не слушается так, техника иногда подводит. Мы сделаем проще, в этом нет никакой проблемы. Так, нам нужна страница. А, все правильно, это я виноват, потому что такой страницы здесь нет. А вот если набрать 103, как должно было быть, то, соответственно, все будет правильно. Так, вроде я включил, соответственно, всех все должно быть видно. Здесь мы также видим и аудиоупражнения, и интерактивные. Вот, пожалуйста, на аудирование. Нам нужно соединить слова с их дефинициями. Пожалуйста, все это, соответственно, можно каким-то образом немножко поменять. И проверить себя. Да? Ну, вот, соответственно, поскольку я выполнил заведомо неправильно, то оно так и есть. Можно работать и с аудио. Можно работать с аудио в интерактиве. Вот, пожалуйста. Давайте попробуем послушать кусочек, как это все звучит. Oh, email is absolutely great. You just sit down, key in a message,
press the send button, and it's there. You can be brief and get straight to the point. Also, you don't have to worry about all this formal language you use when you write a regular letter. And it's a lot cheaper than a long-distance phone call. The only problem is that it may get lost, and you don't always know if the person you are writing to has received it or not. People don't always answer emails quickly, which is very impolite, if you ask me. Owen. Ну вот, пожалуйста, на первую я вот эту фразу услышал, соответственно, поставил быстро правильно. А вот так это работает, как вы видите, очень хорошие качественные аудиозаписи, хорошие у нас спикеры. Мы также видим, что здесь есть ключик, который подсказывает, какой был ответ верный. А после того, как мы выполнили задание, соответственно, с этим удобно и полезно можно работать. Так, ну что же, давайте посмотрим еще одно упражнение на странице 105. Также интерактивное. Вот оно у нас с вами, где мы должны выбрать верный ответ. Click on F, formal letter, O, E, email. Давайте выполним его вместе. Интересное упражнение. Собственно говоря, оно у нас такое сегодня завершающее в плане работы с интерактивом. Поэтому буду рад, если мы его вместе с вами проработаем. Называем номер предложения. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И, собственно говоря, букву ответа. F, O, E. Можно брать любое предложение, главное обозначить его цифры, да, чтобы я понимал, где выбирать, в каком предложении выбирать вариант ответа. Ну что же, смотрите, предлагайте свои варианты ответов. Буду рад выполнить с вами это упражнение. Я думаю, что вы тоже еще не до конца устали, и это упражнение мы с вами выполним. Потом у нас будет еще немножко теории, и мы перейдем уже к подведению итогов нашей встречи. Второе предложение F предлагается. Хорошо, принято. Алена Евгеньевна у нас ответила. Другие тоже не стесняйтесь. Предлагайте свои варианты ответов. Хочется показать, как все будет выглядеть, если все будет правильно или почти все правильно. Первое F. Пожалуйста. Спасибо большое, Людмила Гришина. Остальные тоже не стесняйтесь. Третье И. Готово. Татьяна Кошман. Спасибо. Людмила Гришина. Третье A. Ну, я так понимаю. Ну, во-первых, третье выбрали. Во-вторых, И. Что у нас? И у нас либо F, либо И. Ничего страшного. Так, Алена Евгеньевна, восьмое И. Восьмое это у нас последнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, последнее восьмое. Пожалуйста. Татьяна Кошман считает, что F. Ну, проверим, как оно будет. Я по первому фиксирую, собственно говоря, результат. Чтобы было честно, четвертое F. Пожалуйста. Пятое тоже F. Вижу. Правильно? Да, правильно. И осталось седьмое и шестое. Седьмое F, Елена Ивановна пишет. Отлично. Очень мелко. Да, такое может быть, потому что это еще и от экрана зависит, плюс уменьшается самой вебинарной площадкой. Шестое И. Ну, тут что поделать. Тут, поверьте, у меня небольшой здесь экран дополнительный. На нем видно все хорошо, хотя я слеп как рот. Ну что ж, давайте сверимся. Так, один ответ у нас был неверный, четвертый, соответственно, надо было выбрать И. В остальном результат даже лучше, чем был с утра. Все молодцы, спасибо большое. Ну что же, давайте вернемся снова к презентации. Сейчас мы это все сделаем. Вернемся к презентации, пролистнем мой план Б. Да, это скриншоты различных упражнений. Мы видим, что их достаточно большое многообразие. Здесь другие упражнения представлены, что у нас есть и кроссворды, что у нас есть и еще огромное количество различных упражнений и на составление диалогов и так далее. Поговорим еще про ИКТ-компетентности в ГОС. Что нам говорит в ГОС для среднего образования?
Умение использовать средства информационных коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм и информационной безопасности. Да, то есть, соответственно, также требуется от нас с вами развивать ИКТ-компетентность. Так, а зачем мне кликать? Вижу вопрос, но не понимаю, зачем. Да, нет слайда или еще что-то происходит. А, чтобы расширить. Да, вы можете это сделать. Очень хороший совет, спасибо большое. Все, понял. Да, я просто сам сделал, посмотрел, понял, в чем идея. У меня тут другие еще стрелочки есть, которыми я листаю. Очень хороший совет. Спасибо большое, Наталья Малышева. Запомню, буду всем предлагать. А давайте посмотрим с вами дальше. В примерной программе для 5-9 классов. Да, все, я теперь понял. Я не самая главная, главная презентация. Итак, примерная программа для 5-9 классов нам говорит, что нужно работать с разными источниками на иностранном языке, справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой. Поэтому, конечно же, обучающие компьютерные программы, электронные учебники нам могут очень хорошо с вами помочь. Вот, пожалуйста, еще упражнение на грамматику. Есть у нас упражнение там, где нам, ну, опять-таки, нужно поработать с диалогами. Практические решения для повторения при помощи ИКТ-компетенции. Это применение обучающих компьютерных программ к учебникам, как мы сегодня с вами увидели, разработка с учащимися презентаций для выступлений, доклад, проект и так далее, использование электронных учебников и приложений. И даже для презентации и выступлений можно электронным учебником воспользоваться в Business English for Young Adults. Есть тема Give a Presentation, в которой разбирается вопрос правильного построения презентации, как ее строить, как, собственно говоря, ее озвучивать, что необходимо на нее вынести. Поэтому также можно воспользоваться таким полезным и интересным материалом. Подводя итоги. Не стоит бояться применять ИКТ-технологии на уроках. С ИКТ-технологиями повторение не превращается в скучный вид деятельности, что особенно важно в конце учебного года. ИКТ-технологии хорошо подходят для проектной и творческой деятельности. ОКП помогут формировать ИКТ-компетенцию и повторить пройденный ранее материал в новой и интересной форме. На этом, собственно говоря, у меня все. Сейчас, конечно же, мы с вами получим сертификаты. Если есть вопросы, то вы их можете мне задать. Если вы согласны с тем, что я написал, да, с таким итогом, то буду рад, если вы поставите плюсы. Как получить сертификат? Пожалуйста, вот слайд, код для скачивания сертификата и ссылка, пожалуйста, в чате. Да, я даже еще раз продублирую. Вот. Компьютерные программы, как правильно подсказывает админ, можно приобрести в нашем интернет-магазине без каких-либо проблем с электронной доставкой, так что приобретайте. Я думаю, что они вам пригодятся и не только в конце учебного года, но и вообще во всем учебном году. Так, ну что же, если есть вопросы, то самое время задать. Надеюсь, что с выводами на ними согласны, что эта встреча прошла для нас с вами не зря, вы не пожалели потраченного часа времени. По каким темам будут вебинары в июне, мне пока что неизвестно, еще график не составлен, но предполагается, что их будет чуть меньше, чем обычно, код чуть выше, но давайте продублируем. Но я думаю, что темы будут очень интересны и вам все понравится. Я вот честно в этом абсолютно уверен, мы работаем над этим. Хорошо, спасибо большое, приглашаем вас в вебинары летом, в июне, июле, августе мы также будем. Вот, спасибо большое админу, опубликуем на этой неделе мы расписание. Рад, что вам понравилась информация.